Необычная картина. Грозные налоговые инспекторы гоняют мяч по полю. Раз в год они позволяют себе отдохнуть от рутины и полностью посвятить время здоровому образу жизни. Шестая спартакиада среди работников налоговых органов Московской области прошла в Щелковском районе. Вот уже третий раз подряд участников принимает спорткомплекс Подмосковья. Я считаю, что это достойно аплодисментов. Где болельщики? Уважаемые друзья, я думаю, что сегодня будут очень серьезные соревнования за первые места. Поэтому я хочу всем пожелать успехов, удачи. Наверное, людям нравится, поэтому они выбирают наш спортивный комплекс. То отношение, то доверие, та атмосфера, которая здесь создана. Наверное, это нравится, и поэтому все комфортные условия. А наша задача создать условия для комфортного проведения мероприятий. Дартс, волейбол, настольный теннис, шахматы и мини-футбол. Приходишь на такие соревнования и видишь, у Федеральной налоговой службы коллектив молодой и весьма активный. Сборная команда ФНС не пропустила еще ни одних соревнований. Говорят, здесь главное не победа, но общение с коллегами. Хорошее настроение. Мы общаемся с коллегами из всей Московской области. Она большая. Некоторые инспекции находятся на большой удаленности. Соответственно, иногда нет просто возможности, да, как бы пообщаться. На таких соревнованиях такая возможность у нас появляется. Всего участие в соревнованиях приняли более 300 специалистов. Организаторы надеются, что с каждым годом спортивных служащих будет становиться все больше, как и налоговых поступлений в бюджет нашей страны. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».